Всем привет, друзья, с вами Механик Алекс. Всем привет, народ. И сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. Онлайны. Да, и сегодня, короче, вышли новые машины. Я не знаю, сегодня они вышли или нет, но мы, в общем, сделаем по тюнингу и посмотрим, у кого получится круче. Согласен. И, ребят, пишите, конечно же, в комментариях, как вы считаете, у кого тачка получилась круче. И поддержите нас хотя бы, поставьте 5 лайков. 5 лайков очень мало, и нам будет очень приятно. Ну, надеемся, вы сможете их собрать. Надеемся очень, да. Так, смотри, я уже в тюнинге, я надеюсь, ты тоже. Поэтому давай сразу начнем тюнинг, выйдем и посмотрим, кто же круче, чья же машина круче. У нас, я понимаю, разные машины, да? Ты какую взял? А, не говори мне, какую ты взял. Ах ты засранец, то есть хотел уже. Я забыл просто. Так, сейчас я посмотрю, что тут есть у меня. Во! Прямо Underground 2 какой-то. И причем стандартный бампер круче всех. Это нормально, когда стандартный бампер круче, чем тюнинговый? Наверное, да. Ё-моё! Зачем они так делают? Ну реально стандартный, просто бомбический. Я не знаю, у меня тут глушитель тоже стандартный ставил. Как-то такое. Если честно, моя машина, она выглядит как говно, и я не знаю, можно ли бампером сделать ее лучше. Да что такое? Что это вообще за дичь? Дичь-пердичь какая-то. Ребят, ну походу... Если честно, тоже не особо знаю, что поставить. Я сток оставляю, потому что это все... Я вот выбираю себе капот, у меня вместе с капотом меняется немножко раскраска. Серьезно? Так, ставим двиганчик сразу. Глушителя. О, я поставлю такой огромный, прям, мне кажется, он супер выглядит. Взрывчатку надо сделать, чтобы если ты сел, то взорвался сразу? Нет. Ну вот такой, кстати, интересный капот такой, да, интересный. Я не знаю, что ты взял за машину, но я, кажется, догадываюсь, ты по-любому взял какую-нибудь это Феррари вот из новых. Тот, который там на какую-то... Какая там Феррари? А я не знаю, там не было Феррари. Ну, похожая на Феррари. Ты по-любому ее взял. Я тебя знаю, ты по-любому взял Феррари. Он просто любитель Феррари, ребята. Скиньте ему немножко доната на Феррари. Ох ты, елки-палки, я могу из... Ну ладно, не буду рассказывать. Ну, короче, я не буду ставить, но вы поняли, да, ребят, насколько каркас безопасности меняет эту машину просто в корне. Она превращается... Короче, у тебя станет Феррари. Да, я ставлю каркас безопасности и получаю Феррари. Но я не буду этого делать. Я же не дурак какой-нибудь. Да, ну. Ну да. Ладно. О, пороги есть еще. О, вот это уже. О, интересно. It's a beautiful. So beautiful. Короче, я не знаю, как покрасить. О, цвет обивки можно Крась менять. Крась краской. Цвет обивки можно поменять. Цветобивка. А я не знаю, какой спойлер ставить или вообще убрать. Просто такая прям минималистичная жопа получается. Всего лишь. Черт, ребят, но он, кстати, в стандарте есть спойлерок, но он какой-то такой вафельный. Короче, не знаю. Мне предлагают пороги, но они не меняются, походу. А у меня меняются. К счастью. Так, турбонаддув, конечно. К счастью. Колеса. Ну вот колеса, мне кажется, здесь уже стоят те, которые нужны, но они еще предлагают какие-то другие. Зачем это вообще нужно? Эксклюзивные. А, не-не-не. Эксклюзивные денег нет, поэтому ставим хром, потому что они открытые и бесплатные. Да? У меня, да. Смотрите, это вот такие же, только покрашенные, ребят. Вот. Вот точно такие же, но с пипками. Короче, немного... у меня, наверное, нормально получилось. Мы немного эксклюзива добавим и сделаем вот так вот. То есть, карбон. Карбон, карбон. Карбончик захотел? Да, карбона сделал. 50 тысяч, это что, карбон, что ли, стоит? Что, реально? Только не это. Пожалуйста. Решил без карбона, да? Ну, 50 тысяч как бы... Дороги не валяются. Так, бампера, глушитель, бла-бла-бла, клаксоны, фары. Че, я все... А, ну, краску диски можно. Диски надо еще. Ну, я уже сделал. У меня какая-то лягушка, а не машина. Блин, ну задний бампер выглядит лучше, чем передний и все вообще. У меня задний вроде бы вообще не менялся. Так что, тебе еще повезло.
Ну да. Так, может быть матовый. Но это слишком. Она, кстати, в стандарте вот такого вот цвета. И, блин, может быть, это и самое. Блин, а что, реально нет заднего бампера? Вот. Ой, блин. Матовые цвета какие другие стали. По-моему, нет. Короче. Блин, мне так нравится вот этот матовый, он офигенный стал. Я поменяю вот такой матовый, и у меня получилась вообще колхозная штука. И еще все-таки задний бампер я чуть-чуть сейчас посмотрю еще, потому что он какой-то прям вообще у меня отвратный. Тут ночь на улице, Михалыч. Ну, как всегда, блин. Я знаю один тоннель хороший. Пошутил бы я про один тоннель, но не буду. Я выезжаю. Жди меня, подожди, жди меня. Ты тут? Да. Это что за картинг у тебя? У меня картинг. Слушай, что с твоей машиной? У тебя это что, Феррари? Это Феррари. Ну? О, у тебя фары могут... А как ты фарами так сделал? Покажи мне. Они... Вау, открой потихонечку. Охренеть. А на что ты их открываешь-закрываешь? На фары. А фары какая кнопка? Аж. О, глянь, у меня дальник есть еще, прикинь. Погнали в тоннель. Я тебя могу так подсветить, что тебя так никогда еще никто не подсвечивал. Не надо меня подсвечивать. Сегодня. А давай гоночку, подожди, давай ускоримся с места на прямой какой-нибудь. Я хочу пока в тоннель, пока она еще целая. А где он, тоннель? Как в него заехать? Он внизу. А здесь можно съехать? Ну я аккуратненько съехал, у меня тачка вроде бы целая. Блин, у меня такая низкая машина! Я сломал бампер. Сломал, да? Или нет? Не знаю. Где тоннель? Я не сломал себе. Я сюда, за мной, по карте. Надеюсь, там светло внутри. Очень надеюсь. Давай, на перегазовочке, давай, стреляй выхлопом, стреляй, пожалуйста. Не хочет. А, я, кажется, понял, что за тоннель. Так можно было другим путем туда проехать. Путем. Почему-то на въезде ярче всего фонари горят. Да просто я подъезжаю. У меня такой ксенон горит. Из всех просто. Или ты этот HDR сработал, наверное. Да? Или нет? Не знаю, главное, чтобы никто не впилился. Смотри, тут такое движение опасное. Какие-то они все как бухие ездят. Давай вот сюда, вот на раздел встанем, здесь никого не будет. Иди сюда, назад. Да тут движение, видишь, какое? Нет! Пидор! Нет! Сидор настоящий просто взял и ушатал Феррарик твою. Я просто хочу сам посмотреть, ну такой типа изблизи. Моя в салоне выглядит нормальным цветом, а тут она какая-то парафиновая вся. Слушай, ну прям у тебя вообще космическая тачка прям. И, кстати, практически не помялась. Чуть-чуть вот здесь как будто ржавчинка на крыле получилась. Ну такая старенькая. Слушай, ну у тебя матовый цвет прикольно смотрится. Сядь, мой этот... Да я и так все вижу. Там у тебя... Твоя женщина даже не влезет в него. Она настолько огромная. Ну у меня реально мелкая вообще, да? Мелкая. Ну просто карта маленькая. Настоящая. Слушай, а если перевернется, тебе голову сломают, нет? Нет, у меня, видишь, эти стоят. А можно было, короче, каркасом сделать из него прям настоящую багги такой, представляешь? Давай, прям, короче, проверим. Багги. Давай, становимся давай. На старт. На старт, внимание, Мардж. Давай. На 3, 2, 1. Давай, диктуй. 3, 2, 1. Да куда ты лезешь? На уровне идем, но ты чуть-чуть вперед сейчас вырвался. Там трафик как-то неадекватно виляет. Я сейчас в твою трубу вставлю. Не, нифига. Ты ушел, ты прошел, а я врезался. Фак. Фак, просто жестко врезался. Прокладка решает, я тоже врезался. Только у меня машина целая осталась. У меня почти целая. Поцарапал. А, фару разбил, прикинь. Но я очень сильно врезался. Очень сильно. Спасибо. До сих пор целая. Только царапина. То есть у тебя... А ты, наверное, броню поставился? Я не ставил. А, да. Броню ставил. Я не ставил броню, потому что это все для этих самых... Ну, типа... Ну, ты понял. Ну, да. Броня это тяжело. Броня это слишком тяжело для моей машинки. У нее маленький... Слушай, маленький интересно, готов. Нужно проверить. Броня влияет на скорость или нет? На разгон? Как ты проверишь? Что возьмем две одинаковых тачки, проверим. С броней и без. Но это как бы для отдельного видео, ребята. 5 лайков.
5 лайков и бабах. Не, и сладкий бабалех. Это точно. Так, ну что? Обзор машин, наверное, мы можем кончать, потому что я застрял. Не, согласен. Нифига, прикинь, я проходимец. Все равно можно кончать. Ну, проходимец не в том плане, что такой пройдоха, типа. Слушай, посмотри на мой смешной выхлоп. Пожалуйста, ты должен это увидеть, черт возьми. Так ты уехал от меня. Нет, я вот тут. Так как ты? Я за тобой еду. А ты наверх уехал куда-то. Я сзади. Подсвети мой выхлоп. Смотри, какая пипка торчит. Нифига себе. Как фаркоп, как будто бы. А ну, а сейчас самой будет выхлоп или нет? А где твой? А, ты хочешь разбить свой зад? О, нифига, у тебя зад открылся прям нормально так. Попробуй задом просто. Да идите вы нахрен. Давай, свалила нахер. Блин, ну все, сейчас они с ума сходили все. Я хочу на твой зад посмотреть. Это нормально? Да. Я так всегда делаю. Это типа норма современного общества, да? Короче, не хочет зад открываться. Ну ладно. Это невозможно. Твой зад покрепче моего. Ну что ж, раз твой зад покрепче моего, тогда мы можем, наверное, кончать. Да, согласен. Ребят, если понравилось, то вы знаете, что нужно поставить всего лишь 5 лайков. Обязательно подписывайтесь на оба канала, ссылки все в описании. С вами был Механик и Алекс, и всем пока! Пока-пока, ребят!